Друзья, я приветствую вас на своем канале снова. И сегодня, как вы поняли, у нас опять очередное видео на фото-видеолюбительскую тематику. И сегодня у нас на распаковке будет набор для очистки оптики. Давайте посмотрим, что именно в этом наборе у нас имеется. Значит, в наборчике у нас, смотрите, имеется вот такая вот, я не знаю, как это назвать, спринцовка, клизма. Ну, по сути, функция у нее та же примерно. Она выдувает воздух. Собственно, она нам нужна для того, чтобы брать и выдувать пылинки, которые попадают в объектив вашего фотоаппарата, чтобы вы не руками вымазывали и еще больше ваш объектив, а просто брали и выдували все пылинки, которые попали в труднодоступные места. Собственно, такая проблема есть у меня на вот таком вот объективе Canon 50 мм. Попал он мне в руки не так давно, и пришел он ко мне, собственно, вообще даже без крышечки. То есть, как вы можете понять, пыли и грязи в нем там накопилось огромное количество. Вот я заказал такую универсальную крышечку. Она пришла мне буквально пару дней назад. Но, кстати, и ее можно продуть тоже, если вдруг там какие-то пылинки. Не обращайте внимания, она без логотипа Canon, собственно, как вот, вот такие вот крышечки. Но функционал она совершенно тот же может выполнять. Вот. Как я уже сказал, при помощи вот такой вот груши вы можете выдувать пыль, которая, собственно, недоступна будет для какой-то тряпки, либо для вашей руки. Далее мы получили вот такие вот салфеточки. Салфеточки, значит, это не просто салфетка, а такой вот кусок плотной замши, который, кстати, тоже вам пригодится для, может быть, вот такой вот бережной протирки. Это в любом случае будет более бережно, чем вы будете какой-то с бумажной салфеткой вытирать, либо синтетической салфеткой. Вот этот материал, он довольно-таки, собственно, нежный и в щадящем режиме может убирать мусор, который попадает на объектив вашего фотоаппарата. Вот так вот. Давайте дальше посмотрим, что имеется в нашем наборе. Также у нас имеется вот такая вот кисточка. Функция ее, я думаю, вы догадались какая, тоже убирать пылинки. Берем, собственно, повторяем манипуляции. Вот такими вращательными движениями осторожно убираете, чтобы не повредить линзу объектива. Можете с одной стороны, с другой, собственно, вот проводить такие манипуляции. Давайте закроем хотя бы заднюю линзу. Все примеры я буду показывать на передней. Кстати, вот у меня также есть советская техника, советский объектив Гелиос, на котором вы можете все те же самые манипуляции проводить очень удобно, легко, быстро при помощи вот данного наборчика. Также, как видите, пришел вот такой вот уровень, который вставляется в горячий башмак. Сейчас я снимаю на фотоаппарат, и поэтому, собственно, я не могу вам показать, но я вот приложу поверх этого видео, где-то вот здесь, будет пример, как вот все-таки устанавливается эта вещь, и очень удобно позиционировать ваш фотоаппарат, чтобы он по уровню стоял ровненько. Для этого просто нужно, чтобы вот этот пузыречек стоял в центре вот этого визуального, собственно, окошка. Когда шарик стоит прямо по центру, это значит, что ваш фотоаппарат стоит идеально ровно во всех плоскостях. То есть он не завален ни вперед, ни на бок, а он стоит ровно. Также, что еще? И вот самое, наверное, основное, ради чего я заказал этот набор, это вот такой вот чистящий карандаш. Называется он Lens Pen, написано Original. Ну, как бы говорит это о том, что он оригинальный. Ну, я не совсем, конечно, в этом уверен, но вроде как все очень добротно выполнено. Вот смотрите, даже голограммка такая есть, на которой написано Original Lens Pen. Ну, я надеюсь все-таки, что этот набор оригинальный, потому что стоил он
незначительно, но все-таки дороже, чем другие наборы с таким же, собственно, содержанием у других продавцов. Итак, давайте попробуем вскрыть и посмотреть поподробней на данный карандашик. Что же он из себя представляет, данный карандашик? Смотрите, с одной стороны у нас имеется вот такая вот кисточка. Опять же, она дублирует функции вот этой кисточки. Но если у вас, вот вдруг вы заказали набор без этой кисточки, вы можете отдельно заказать вот такой вот карандаш. Кисточкой вы чистите. Но самое главное в этом карандаше, это даже не кисточка, а то, что находится с другой стороны. Здесь у него вот с этой стороны находится вот такая вот поверхность. Не знаю, как бы вам ее так показать. Это какая-то такая микрофибра, пропитанная графитом. И именно вот этот слой позволяет убирать пятна жира, капли какие-то от дождей, ну от осадков, там снег, дождь, неважно, какие-то пылинки, пятна жира от ваших пальцев, если вы вдруг, не дай бог, там касаетесь стекла. И вот эти все вот там салфеточки и все такие вещи, они ими лишний раз лучше не прикасаться к линзам. Для этого и придуман был вот такой вот карандаш для очистки. Как я уже сказал, он содержит графитовую пропитку, которая вот позволяет эффективно удалять весь мусор. И делается это вот примерно так, вот круговыми движениями от центра вашей линзы, разводящими вот такими круговыми движениями в стороны, и мы можем идеально поубирать весь мусор и добиться, можно сказать, идеальной чистоты линзы. Вот, собственно, ради этого я и заказал данный наборчик. По большому счету, ради вот этого карандашика. И, в общем-то, ребятки, функцию свою он выполняет очень хорошо. И по отзывам я читал, что у данного продавца приходит оригинальный, собственно, вот этот карандашик. И все вещи вот эти, я вам скажу, они очень даже применимы у фотографов, у видеооператоров. И я думаю, что данный товарчик, собственно, данный весь набор, он будет довольно востребован у вас, если вы занимаетесь фото-видеосъемкой. И, может быть, ваши какие-то фотоаппараты уже давно были в таком состоянии, которые прям кричали о том, что их надо почистить. Вот этот набор позволит вам вернуть, собственно, к первоначально чистому и красивому состоянию вашу фототехнику. И еще раз подытожим, вот этой грушей вы продуваете мусор, можно даже вот так вот сверху внешнюю какую-то пыль поубирать перед тем, как вы открываете. Салфеточкой вы можете стирать, допустим, и продаются еще дополнительные всякие пропиточки, вы капаете пару капелек, вытираете аккуратненько линзу. Давайте покажу вам на примере Гелиоса. Вот так вот капнули пару капелек и круговыми движениями опять же вот так вот аккуратненько стираете весь мусор, все пылинки, которые у вас там собрались. Вот так вот аккуратненько, и добиваетесь минимального содержания грязи, пыли. Также можете еще раз продуть, и после этого уже берете вот такой вот карандашик и им уже окончательно очищаете весь грязный и жирный налет с вашей техники, как я уже сказал. Ну, собственно, все вещички в этом наборе, они очень востребованы. Вот эта штучка, это баловство, можно сказать. Никто особо не гоняется за тем, чтобы идеально ровно стоял ваш фотоаппарат. Но, тем не менее, если вы не доверяете своему глазомеру, то вам всегда поможет вот такая вот штучка, надстроечка с индикатором уровня, собственно. Ну, кисточка это такое, вы можете купить, я думаю, в любом магазине, где покупает ваша девушка, мама, женщина, дочка, собственно, косметические какие-то средства, вы можете там купить вот такую вот кисточку. Да, собственно, и грушу вы можете использовать обычную, самую простую, купленную в хозмагазине, но просто она шла в наборе, и поэтому я доволен, что мне не надо искать ее отдельно. Собственно, вот такие вещи были в моем наборе. Я думаю, что если вы не знали, как проводить чистку
фототехники я вам как-то помог. Если мое видео было полезным для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что еще будет не один выпуск, посвященный фото- и видеотехнике. Ну а с вами, как всегда, был Александр. До скорых встреч и пока!